Буквально вот два слова скажу о пресуппозициях, да, это там жизненные убеждения, в общем-то, в основном для тех, кто не был на тренингах. Основные жизненные убеждения НЛП, да, вы, наверное, наверняка читали, вот там первая пресуппозиция – карта не территория, да. А, вот, сразу стоит вопрос, что это значит для меня в жизни, то есть, ну, окей, я узнал, что карта не территория, и что мне, как дальше мне с этим знанием жить. То есть, как оно как-то повлияет, я некогда узнал, что в Африке водятся носороги. Там. Сильно повлияло, но если вот там, как бы я в Африке, то тогда на меня это влияет неким образом. Да, я тут знаю, что вдруг может выскочить из-за кустов носорог. Вот, надо быть внимательным. А как вот такое убеждение, как карта не территория, да, повлияло на мою жизнь или вообще, в принципе, с точки зрения НЛП, потому что это базовое, важное жизненное убеждение, без которого НЛП не работает. Вот. Соответственно. Как оно в жизни? Да, что это такое означает в жизни, да? То есть это означает, что каждый человек уникален. Да? То есть все мы отличаемся, мы в некоторых вещах мы повторяемся в каких-то паттернах, но в остальном все мы уникальны. Вот. И подходя к каждому человеку, мы можем либо подходить со своими убеждениями к нему, что, вот, например, оценочные суждения, вот, хороший, плохой, так, богатый, небогатый и так далее, да? Либо я отодвигаю вот эти вот свои убеждения и подхожу к человеку пустой. То есть я начинаю общаться не сам с собой, а общаться именно с человеком. То есть слушать его, да, не оценивая, не применяя каких-то суждений об этом человеке, и непосредственно сосредоточившись на нем. Вот. И тем самым, да, это позволяет, значит, понимать людей, да, не так, как они хотят, чтобы их понимали, а так, как нужно их понимать вам, да? То есть, понимаете, как, то есть, так, что в коммуникации, как бы, вы добиваетесь, или не то, что добиваетесь, а вы общаетесь с человеком таким образом, чтобы в его карте появилось то, что вы хотите, да, или что, чтобы он что-то сделал, или, там, неважно, чтобы он о чем-то подумал или принял в жизни новое убеждение. Вот. Следующее важное убеждение жизненное, что любая коммуникация есть манипуляция. Да? То есть мы общаемся, да, слова – это поведение, направленное на изменение поведения другого человека или поддержание текущего поведения. То есть мы, в принципе, все со школы, наверное, еще, наверное, с детства привыкли к тому, что слова несут некий смысл, да, и мы все сосредотачиваемся на смысле, который они несут. Вот. Де-факто, важное жизненное убеждение в НЛП – слова – это поведение, направленное на изменение или поддержание текущего поведения другого человека, с которым вы разговариваете, или с группой людей. Любая коммуникация есть манипуляция. То есть, вот, все вы здесь манипуляторы, и вот очень приятно, я этим горжусь, в общем-то, и это здорово, вот, что мы это понимаем, что это важная особенность, которая позволяет, собственно говоря, опять-таки, работать тем навыком, который НЛП дает всем, да, людям, именно эти убеждения. Если я подхожу, как бы, со своей карты, что вот есть только моя карта, и она истинная, знаете, таких людей, которые говорят, вот, я знаю жизнь, ты мне не рассказывай, я уже не первый год живу тут. На этой земле хожу, и я знаю, что правда. Такое, да, я знаю, что такое правда, и вот я тебе расскажу. Говорю, отлично, слушаю внимательно, рассказывайте, вот, и слушаем карту того человека, да, то есть все, как бы истинные карты мы никто не знаем, да, наши, собственно говоря, что на самом деле происходит в мире, это вообще не ясно, да, то есть действительно, что вокруг творится, да, потому что, там, скажем, длины волн света, которые я улавливаю вот в данный момент, они составляют там 1/10 всего спектра светового. То, что я слышу, да, там, это тоже всего лишь маленький-маленький спектр всех звуков. То есть здесь столько информации содержится, которую я просто не воспринимаю об этом мире. Вот. Соответственно, что в этом мире истинно, что ложно, что есть, что нет, я только могу составить некую карту, как и все остальные. Да? Вот. Поэтому я вот очень люблю проповедников, сами понимаете, конечно, у них карта... Она вот истинная, вот, и они готовы ее делиться, ну, а, соответственно, сами понимаете, когда человек истинно верит в это, вот, это очень хороший пример для того, чтобы... Здравствуйте. Присаживайтесь в наиболее удобное место. Да. Удобное место.
Вот. Дмитрий, Алексей, мы уже немножко говорили, вы, Лена, были на тренинге? У Калина, да. Все, то есть вы здорово, вы с всеми базовыми пресуппозициями знакомы, все жизненные убеждения у вас уже наверняка встроены, да, карты и территория. Ну, как-то сознательно на таком уровне, что желательно это еще осознать. Отлично, отлично. Может быть и не стоит, ей-богу. Кто его знает на самом деле. Да, вот. Ну.